Воу, 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 мужчины, погодите, что за дела? Один день назад меня атаковали. А еще сегодня меня атаковали. Ну что, может еще раз атакуете, пока я читаю вот это? 260 проволоки унесли. Вообще что ли ошалели? Че, дабл рейд? Давай узнаем. Интересно, а что делал желтый в этот момент, а? Когда базу ломали. Желтый, вот скажи мне, ну какой от тебя толк? Ну как, хозяин, ну почему опять я виноват? Меня дома не было, был только ты. Может, она виновата? Ну, а видишь, а, а, она как бы вообще молчит. Я не знаю, хозяин, как так получилось? Я вроде охранял. Не, я понимаю, что ты впитываешь, но ты пойми, у меня туалет есть. И вообще, на худой конец, я прям вот тут на травку могу, понимаешь? Ты охранять должен желтый. Виноват, хозяин, виноват. А ты опять желтый? Я опять желтый, я генезис магенезис бомблю. Давай хоть посмотрим, что здесь. Ёлки-палки. Ёлы-палы. Чё, серьезно что ли? Чё, все так плохо? Все очень плохо. Желтый, мне вообще все сравняли с землей. Какая грязь. Слушай, разрушили абсолютно все ящики, кроме главного хранилища. Ё-моё. Беспредел, да? И вот ящичек остался. Вот единственный целый ящик. Все, все остальные ящики были сломаны. Ну, кроме главного хранилища, конечно. Это жестко. Друзья, всем огромный привет. С вами Харди. И мы продолжаем. Это последний день на земле. И рейд по следам неожиданно. Да, два раза меня зарейдили. Дикс какая, слушай. Я, честно, такого не помню. Ну, то есть, зарейдили один день назад. Зарейдили 10 дней назад. Беспредел. Давай глянем, что за база. Жалко, что она не дабл, да? Я бы и дабл дал, а что нет? Меня же два человека зарейдили. Плавер 89, 19 Ну, пойдем мстить. Вначале отремонтируемся. Причем а одного я не успел, типа, отомстить. Я так понял, да? А вот который проволоку вытащил, вот ему можно отомстить. Или это один парень два, две ходки сделал. Вообще дичь какая-то. Слушай, первый раз у меня такой рейд. Реально, собираемся. Так, ну что тут у нас? Давай посмотрим. Мужик, Открывай, я пришел. У, у, уходи, никого нет дома. А кто говорит? Тук-тук-тук. Ты, ты, ты дятел, что ли? А, -а, -а. чё, грубить будешь, да? Ладно. Где тебя взрывать, дружище? Ты что, свалил, что ли? Ты представляешь, дом бросил, елы-палы. Защищать надо было как-то, дружище. Ну как бы где здесь рейдить? Где хочешь, там и рейди, да? Вот здесь, вот самый такой э, забавный момент, где можно рейдить. Потому что нет деревьев, ни деревьев, да. Спокойно, байк ставится. Все, короче, здесь рейдят. Все. Ха -ха. И мы будем. А чего нет? Надо действовать тише. Да, ничего не надо. Мужчина убил. Опа, это мое. Это мое, 17 мешков с говном забрал Отлично А что, 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 что Видишь, да, в чем фишка Если бы я вот через эту дверку э, ломился Я бы байк поставил, шума бы не было А я как бы сразу ящик прицепом взял Но Воин из-за угла Воин из-за углишка Как бы, да, он всегда актуален Вот так, вот так А ты думал, почему я рад костюм взял? Я же помню, что он у меня дерьмо украл с базы. Не-не-не, чтобы ручки не замарать, как бы, да, что все по фэншую. Так, понятно. Давай подгоним байк, да, сделаем все по красоте. Ну, собственно, 204 и вся база распакована. Что на базе? Не понял. А это что за халабуда? А это интрига, да? Это интрига, окей. А, я не знаю, что это, не спрашивай меня. Я как-то, значит, рукожопа пробил ее. <laughs> да я на скоряк смотрел, слушай. Рейды несложные, да. <гас> как я так слил до одного процента? Давай, давай, газуй, газуй. Газуй, 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 газуй. Бензобак совсем пустой. Да ладно, не обманывай, блин. Не понял. Прикалываешься, что ли? Там что, металл был? Класс, удивили. Удивил! Один фрагмент мед. Блин, я фуржер. Фуржер. Ну-ка. Что такое? Я офигею, у него сейф! У какого-то бомжа сейф. Вы что, издеваетесь что ли? Так, ладно, ломаем ящики, да? Красивые. У нас еще одна есть тема. Что-то мне кажется, там нет нифига. Мое, слушай, вот это все мое, да? Ну вот это не будем, всякое. Ой, ребята, ребята, блин. Где? А ты как просочился, бомж? Нифига себе. Понял, что? В нашей защите есть брешь, да? Капец. Надо это, дальше отводить байк, да? Чуть-чуть просочился. Как-то по, по колесу, что ли, забежал. Вот идиотизм. А, ну, они как бы, видишь, да, не отдупляются, не соображают, как зайти. Но вот это ж... Же... А это что за... А, это я свалку устроил. Так вот смотрю, думаю, Что за свалка? Кто раскидал здесь, скажи, едиков? Блин, вот тут тоже, да, взрывать надо будет. Так, окей, нам надо байк обязательно переставить, да, прежде всего. От громилы мы ТП сделаем. Алюминий свой забирать. А чё нет, нифига себе. Дофига делов, да, алюминийка. Ну не очень, да, встали мы вообще. Так, погнали отсюда. Бомжи! Бомжи! Вот так круголя их проведем. Кручу-верчу, запутать я хочу кручу, верчу, запутать я хочу. Блин, как я так байк поставил, а? А видишь, в чем фишка? Я обычно этому, значит, моменту уделяю более времени. А сейчас что-то это так наскоряк решил, да? Наплевательски. И вот в результате без штанов. Ладно, нам главное отомстить, да? Неприятелю. Уже отомстили. Свалил, дом бросил, перепугался. Бедолага вообще. Так, подводим. Косяк надо исправить. Вот так. Ой, мне кажется, вот теперь хорошо. Э, ну, будем надеяться, что хорошо, да? Давай продолжаем, за за забираем свой, свое дерьмо, свой алюминий. Все это наше, да? Родное, поэтому, поэтому не бросаем ничего. По шуму, что-то я смотрю, короче. Блин, мне нужны еще раз еды, да? Красиво надо еще раз еды, чтобы они не могли пройти. Здесь есть чем поживиться, а ты думал? Смотри, хорошо, да? Ну, то есть вот это я тоже возьму, а что нет-то? А, болтики, винтики, шпунтики, все-все в дом, все в семью. Все в хозяйстве пригодится. Агу. Хм, ага. Хм. Ништяк, да? Я прям когда такие вижу вещи, как бы, ну, это классно было. Вот прям. И, и этого чуть-чуть, и того чуть-чуть, и того. Это алюминий наш. Без Б. Тут, тут мы с тобой не в плюсе. Мы просто возвращаем украденное гребаный алюминий. У меня был план, значит, скопытиться, да, и отлететь домой. Ну вот. Ну потом я, короче, что-то подумал, да ладно, фиг с ним. Чик. Ой, хорошо, бензин. Блин, если ты новичок, да, я сказал бы даже, что, мягко говоря, неплохой рейд. Все-таки колеса вездехода, да, фильтры, это дофига делов. Для любого новичка. Так, отлично. Кожиедики появились. О, алюминий, мой алюминий, блин. Так, это оденем. Все отлично, да? Никто не проходит. Сейчас еще тест. Не, все отлично. Все, на этот раз не проходят. Ну, то есть, э, опаса. Блин, из-за того, что узкий проход, смотри, нельзя держаться к себе. как неприкольно. Ты понял, что? Нет, ты понял, да, в чем косяк? Я в шоке, честно. Э, вот я тебе сейчас уже говорю, э, вот сюда веди. Вот сюда веди. Почему? Да блин. Ну, сейчас будем убивать через окно. Мы с тобой умеем, да? Маша уже большая, Маша все умеет. Ну, смысл такой, что там переходят от двери к двери. Я ж сразу подошел к двери. Я хотел рейдить через дверь. Вот балбес, блин. Рейди вот через эту дверь. Это будет самый нормальный вариант. И байк видно, да? Ну, то есть, прям видно хорошо байк, когда будешь ставить стену. И вообще все фантастически. Красивый вход. Еще полезли, да, через эту дыру. А знаешь почему? Да потому что я так на ютубе посмотрел. Так рейдили. Рукожопа. И, и, и также рукожопа тебе показываю. Вообще беспредел. Ребят, давайте заканчиваем эту песню. Канитель вашу вот эту. Ага. Так, лопату. Нет, лопату я ему не отдам. Сейчас погодите, я монтировку принесу мужчины. Решим вопрос. То прав, чья полоса, не чья полоса. О, -а, черный юмор. Даже не смешно, согласен. Ну, бывает, бывает. Отлично, я какое то копье хотел делать, да, выдумывает мужчина, блин. Ну вот и все, пошла жара. Люсиль. 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 Блин, да, не, это не моя тема, не моя. Мне надо что-нибудь там, типа, не понял. Ты что, остался что ли? Вот, молодец. Мне надо что-нибудь там... Только рюмка водки на стол... Ну, блин, нет, нет, нет. Ну, не, 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 не певучее настроение сейчас. Ну, не певучее. Ну, что поделать. Так, окей. Последний вонючий ящик. И у нас еще даже спокойно установить c 4 Потом большой мужчина придет. Большой. О, броня. Хорошо, приоделись. Все, свое забрали. Забрали. Что еще нам надо сделать? Консервов обожраться, да? Да, басрина. И, 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 и вот так. Все, алюминий взяли, месть есть, да? Нормально? Нормально. Свое отобрали. Три оставим ему. Так, здесь у нас как дела обстоят. Бензинчик давай зальем. Хорошо, да? Слушай, ну хорош, рейд, хорош. Смотри, что затарились. Это все самое ценное. Почему? Потому что мое блиночки. Вот казалось бы, да ладно, этот алюминий говно. Это может быть и говно, но оно мое говно. Вот. Понимаешь? Вот. Ну ты же меня понимаешь. Поэтому, поэтому. Уж что есть, то есть. Ха -ха -ха. Трачу, 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 трачу. Никак не потрачу, короче. Блин, я не ста Я же не станок взрываю. Я не могу станок взрывать. Ну это же бред, да? Есть станок. Смотри, что

Так, а что тормозим? У меня бывает, бывает тупниковый период, да? Есть ледниковый, есть тупниковый. Вот так, хорошо, да? Теперь мы даже красиво теперь с тобой убежим, как парни. Без логаутов. Что-то, 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 что Мужчина тпшится. Не. Бомжи. Чего ты топы? Все, 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 бегу, бегу, бегу. Нет, не бегу, 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 бегу. И каждый раз, когда у меня загрузочный экран, я думаю, я не упустил ли ничего, блин. Вроде все красиво, да? Но ты думаешь об этом, понимаешь? Э, мне кажется, месяц состоялось, да? Мягко говоря. А теперь как бы неприятная тема. Ну чё, хозяин? Удачно? Удачно, удачно. Бомж, ты понял? Вот кто ты? Я не бомж, у меня домик есть. Ну, у тебя домик. Сегодня есть, завтра нету. А теперь неприятная тема, ее палы Вот это все говнище надо починить. Я в шоке. Вообще грязь. Ну ты понял, что все сломал. Вообще дерзкий, а? Я не видел. Я не видел, что он печу сломал. Ёлы-палы. Да я бы там вообще просто всю базу ему обос... Ну мужчина, блин, я тебя запомню. Ну ты понял, что? Ты смотри, сколько он сломал. Грязь все сломал. Зачем ему нужен был починочный станок? Я не знаю. Очень дерзкий парень. Очень. И все же это говнище надо ремонтировать, блин. Если не отремонтирую, да, капец будет опять. Опять супер, супер зарейдят. Еще стены строить. Так, ладно, давай хоть это рейд-то накрутим. Я понять не могу, почему не был накручен рейд. Согласиться, конечно, блин. Давай, блин. Бомжи, идите сюда. Друзья, с вами был Харди. Если тебе понравился этот ролик, конечно, оцени лайком. Я думаю, ты уже давно подписался. Но если все-таки ты не подписан, подписывайся на канал. Видосы выходят каждый день. Рейд удачный. Мы забрали свой алюминий. А еще поимели два огнестрела и, и, и топ ближний бой. Да, неплохо. Ну и так по мелочи, по чуть-чуть. Мне кажется, прям хорошо. Блин, как же я не хочу все это говнище чинить. Елки-палки, а. Чего так грустно смотришь, мой лохматый друг? Я понимаю, блин, ну не тебе ж чинить.